Сильные духом и ударом. В Омске прошел областной чемпионат по смешанному единоборству. Представители 12 клубов боролись за звания сильнейших и места в омской сборной. ММА – одна из визитных карточек Омской области, в первую очередь за выдающиеся достижения земляков. У нас живут и тренируются два чемпиона мира по миксфайту – Шлеменко и Корешков, а также созданы все условия для новых чемпионов. Условия созданы у нас определенные. Это вот наличие этого центра единоборств прежде всего. Что здесь мы можем проводить соревнования и по ММА, и по всем, по любым видам единоборств. Ну и самое главное, чем богата Омская область, это, естественно, людьми. Саша Сарнацкий, Саша Шлеменко, Андрей Катишков выступали на таких подобных турнирах. Сейчас это мировые звезды, прославляющие наш город, нашу область. Все знают, что Омская школа смешанных единоборств – одна из сильнейших школ в России, и не только в России, в мире. То есть у нас очень хорошая база, очень хорошие задатки. В прошлом году Омску доверили проведение чемпионата России по ММА – главного события для бойцов смешанного стиля. Турнир посетил легендарный спортсмен Федор Емельяненко. Что интересно, как раз после омских соревнований он сообщил о возвращении на ринг. Любой чемпион подтвердит, что восхождение на вершину начинается с побед небольших, но не менее сложных. Спортсмены говорят, когда рефери после боя поднимает вверх именно твою руку, ты благодаришь каждого соперника и готов тренироваться в разы сильнее. И за годы тренировок у каждого формируется свой секрет успеха. Настроиться характером, духом, быть злее, как бы злостью выходить на бой. Злость и резкость помогли вам победить сегодня или что-то другое? Мне и злость помогла, и поддержка моих друзей, одноклубников. ММА или бои без правил сочетает в себе множество направлений и техник. Бойцы могут выяснять, кто сильнее в стойке и партере. На все про все 5 минут. Но закончить досрочно – цель почти каждого спортсмена. И в случае победы своих эмоций скрывать уже не стоит. Было тяжело. Я вначале не очень удачно начал бой. Пропустил удары коленями. Подустался вначале от этих ударов. И поэтому дальнейший бой давал жестко. Рад, что удалось переломить. Хоть встречи попасть по нему удары, он подсел, и во втором раунде удалось завершить бой досрочно. Бои среди тяжеловесов – категория особая, даже элитная. На омском чемпионате в весе свыше 93 килограммов заявилось всего 2 бойца. Они разыграли место в омской сборной, куда по итогам войдет спортсмен из клуба «Сатурн-профи» Агане Сараян. В этом году будем дальше. Сибирь дубы заберем. Омск покажет себя как надо. Сколько времени на подготовку у вас останется и как будете распределять? Сибирь через месяц у нас. Сейчас сразу в зал, завтрашнего дня в зал. Пахать, работать по 2 раза в день. Уже через месяц стартует чемпионат Сибири, но пик своей формы бойцы показали уже на домашнем турнире. Вскоре тренерский штаб определится с составом омской команды и отправит ее за пополнением медальной копилки.